Здравствуйте! Рада приветствовать вас на канале Мылоопт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла-коктейль. Для этого нам понадобится два вида основы, а именно основа прозрачная, производство Англия, и основа белая, также производство Англия. Нам понадобится несколько видов красителей. Я буду использовать пищевой краситель жидкий розовый, пищевой краситель жидкий оранжевый, пищевой краситель синий и краситель зеленый. Из одушек я сегодня буду использовать одушку цитрусовый микс. Также нам необходимы будут две формы, а именно форма тубус звездочка и форма тубус маленькое сердце. Также понадобится два пластиковых стаканчика. Понадобится глиттер голубой, масло календулы косметическое, обычная трубочка, шпатель для перемешивания, несколько термостойких стаканчиков, спиртол и зубочистка. Для начала растопим небольшое количество прозрачной основы. Теперь мы берем один из стаканчиков, немного сбрызгиваем его спиртолом. В основу добавляем несколько капель одушки. Перемешиваем. И слоем высотой 1-2 сантиметра заливаем основу. Убираем лишнюю пену спиртола. И ждем, пока основа хорошенько застынет. Тем временем растапливаем белую основу для того, чтобы подготовить наши звездочки и сердца. В одну часть основы мы добавляем краситель пищевой розовый, несколько капель. Нам необходимо, чтобы цвет получился ярким, насыщенным. Также добавляем одушку, цитрусовый микс. И хорошенечко все перемешиваем. Далее мы берем форму, тубус сердца и заливаем основу. Во второй стакан мы добавляем краситель пищевой синий. Добавляем одушку. Все хорошенечко смешиваем.
заливаем основу в тубус звездочком. И также оставляем до полного застывания. После того, как залито дно, хорошенько застыло, мы прорезаем его с помощью зубочистки, для того, чтобы слои между собой хорошенько скрепились. Теперь берем, взбрызгиваем спиртолом и помещаем наш второй стакан, который наполнен водой. Ставим. В растопленную прозрачную основу добавляем несколько капель отдушки. Хорошенечко смешиваем. И аккуратненько заливаем между стаканами основу. Основа полностью застыла. Мы извлекли стаканчик, который был с водой посередине. И вот у нас получилась такая форма в виде стаканчика. Также застыла наша основа разноцветная в виде тубусов, звездочек и сердец. Мы их извлекли из формочки и нарезали. Получились вот такие маленькие фигурки. Также с помощью прозрачной основы и зеленого пищевого красителя мы подготовили элементы декорирования в виде вот таких вот обрезочков маленьких основ и таких вот пружиночек. Изготавливаются они очень просто. Заливается основа в любую формочку тонким слоем. Она слегка застывает. Мы нарезаем ее такими вот полосочками и с помощью любой ручки, карандаша, наматываем эту полосочку. В моем случае это кисточка. Наматываем ее на кисточку таким вот образом. Немного прижимаем, придаем ей форму и снимаем. И вот у нас получается такая вот пружиночка. Далее мы берем белую растопленную основу. Добавляем туда несколько капель розового пищевого красителя. Нам необходимо, чтобы цвет получился очень яркий и очень насыщенный. И теперь хорошенечко все перемешиваем. После того, как краситель полностью растворился, хорошенько, добавляем туда несколько капель косметического масла календулы. Добавляем несколько капель отдушки. Еще раз перемешиваем. Заливаем в форму. И ждем, пока этот слой застынет. После того, как слой застыл, мы с помощью зубочистки
Процарапываем такие вот полосочки, для того, чтобы слои между собой хорошенько скреплялись. И теперь в прозрачную основу мы добавляем несколько капель отдушки. Краситель добавлять не будем, потому что нам необходимо, чтобы этот слой у нас был прозрачным. И берем наши мелкие элементы. Сердца. Брызгиваем их спиртолом. Помещаем в стакан. Берем несколько звездочек. Также взбрызгиваем их спиртолом. И заливаем основой. И ждем также, пока этот слой хорошенько застынет. Теперь мы приступаем к изготовлению следующего слоя. После того, как прозрачный застыл, мы с помощью зубочистки опять рисуем полосочки на основе. В белую растопленную основу добавляем краситель пищевой синий. Добавляем отдушку, цитрусовый микс. Добавляем масло календулы косметическое. И все хорошенько перемешиваем. Теперь заливаем основу в форму. А лишнюю пену убираем спиртолом. И ждем также, пока этот слой хорошенько застынет. После того, как слой застыл, мы также его процарапываем. И в белую основу я добавила отдушку, зеленый краситель и подождала, пока она остынет и начнет понемногу уже загустевать. Теперь мы заливаем. И ждем, пока основа понемногу начнет схватываться. И размещаем звездочки и сердечки.
вот таким образом у нас получился такой вот коктейль в стаканчике. Когда основа хорошенько застыла, мы аккуратненько разрезали стаканчик, и он очень легко и просто у нас снялся. Теперь мы приступаем к завершающему этапу. Мы берем глиттер голубой, берем растопленную основу прозрачную и берем кисточку. И посыпаем с помощью глиттера наши уголочки.